Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату, дорогие телезрители. Мы вновь приветствуем вас в нашей студии. Сегодня мы по случаю Маулида Наби пригласили разных гостей, хазратов, имамов, религиозных деятелей, которые расскажут о тех или иных аспектах жизни посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, и расскажут нам о примерах, которые являются примером для всего человечества из жизни посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. Сейчас у нас в гостях Рустам Хазрат Хайруллин, имам хатыб мечети Гайля, известный религиозный деятель Республики Татарстан и в целом нашей страны. Рустам Хазрат, саляму алейкум, рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум, ассаляму, рахматуллахи ва баракату. Рустам Хазрат, темой нашей беседы с вами мы хотим сделать отношение пророка со своей семьей. Каков был пример посланника Аллаха, саляму алейкум, саллям, в его семье? Конечно же, он был наилучшим примером. И когда в современности возникают какие-либо проблемы в семье, или когда мы видим идеал семьи, то мы всегда представляем, каким был пророк. Конечно же, просто для себя даже как весы взять в любой жизненной ситуации, да, в семье или в какой-либо другой, мы можем смотреть через призму пророка саллям. А как бы поступил он? Допустим, когда мы создаем семью, да, или когда мы на грани развала нашей семьи, а как бы поступил наш любимейший пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? И здесь, когда он ушел с этого мира, у его супруги спросили, да, каким был пророк, каким был его хулк. Да, мы знаем, что наши жены нас знают лучше, чем даже дети, даже родители, даже соседи, потому что мы всегда вместе, бок о бок. И тогда она сказала, Аиша ради Аллаху анха, что он кама Кур'ан, маши аля аль-ард, он был подобен тому, что по земле шел Кур'ан. То есть он все качества Кур'ана, все заповеди Аллаха субхана таля, он взял в себя и на примере своей жизни, своего пророчества, пророческой миссии, он показал нам, какими мы должны быть. И поэтому любой пример, как он сидел, как он разговаривал, как он здоровался, как он ухаживал или развлекал свою семью, то есть мы это все берем из жизни нашей пророка. Хазрат, вот, может, вы расскажете о каких-то конкретных вот примерах из того, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обращался к своим женам, потому что сегодня проблема отношений в семье стоит очень остро, и порой люди не знают, кому обращаться и за каким примером следовать. Вот какой был пример пророка в отношениях к своим женам? Допустим, множество примеров, да, к сожалению, как вы и сказали, в современности, вот буквально сегодня приходила семейная пара, и которая говорит, хазрат, супруга, говорит, вот он на меня обращается матом, да, ты давай, иди быстрее, хотя оба читают намаз, молятся Аллаху субхану ва тааля, давай, садись, ты что, еще кушать не приготовила, да, или там другие какие-либо горячие выражения, то каким был пророк? И говорится, что даже вот мы знаем, у пророка был чапан, и сахабы, ридваллаху алейхим, говорят, мы видели, как пророк сам зашивал свой чапан. То есть, да, у него были жены, которые могли это сделать, помочь, могли другие люди, сахабы, хоть кто-то, пророк саллям сам сидел и заштопывал свой чапан. Или множество других примеров, когда мы же можем представить, когда пророк переехал из Мекки в Медину. Переехал, мы говорим, это мягко, да, мы все понимаем, что был создан такой климат, вплоть до того, что хотели убить нашего любимейшего пророка, да, очень такие больные слова. И в этот момент он переезжает, да, Аллах Таля дает разрешение, они с Абу Бакром, ради Аллаху Анху, переезжают в Медину. В Медину, когда уже живут в Медине, приезжает мама его жены, его супруги. То есть, та женщина, которая, можно сказать, была из тех людей, которые делали зло пророку, да, хотели причинить ему вред. И приезжает эта женщина, она мама его супруги. И супруга, стесняясь, боясь, спрашивает у пророка, как поступить мне? Вот вы представляете, да, там кто-то нам творит зло и спрашивает, как поступить мне? И он что говорит? Это твоя мама. Отдай ей почесть, да, прояви к ней уважение, она твоя мама. То есть, вот настолько был он милосердным, добрым, отзывчивым и человечным человеком. Да, то есть, и он для нас действительно пример. Или взаимоотношения с детьми.
Мы все прекрасно помним то изречение, когда пророк сидел в мечети, его внуки забежали, да, и на пророке повисли, обнимают, целуют, пророк их целует, обнимает. И когда один из рядом сидящих говорит, а ты их целуешь? Да удивительно, а ты их целуешь? Это у нас даже, вот, когда мы заходим домой, целуем ли мы наших детей? Да? Или когда дети возвращаются со школы, там, с садика, целуют ли они нас? И пророк говорит, да, я целую, я их люблю. А я, говорит, никогда не целовал своих детей, своих внуков. И тогда пророк Саслям сказал, он всегда говорил коротко, но очень глубоко. Да? И он сказал, кто не проявляет милосердия, к тому не будет проявлено это милосердие. То есть, если мы не будем милосердны таким же, каким был пророк Саслям, если мы не будем проявлять свою заботу, любовь к нашим детям, к жене, к соседям, к близким, то к нам не будет проявлять Аллах Субхану ва Тааля. То есть, все взаимосвязано. Взаимосвязано действительно от нашего сердца. Вот всегда от сердца пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от него всегда исходило это добро. И мы прекрасно знаем, что пророк был вот, современным языком, наверное, сказать, оптимистом. Если бы ему показали стакан, да, там, с половиной воды, то он бы не сказал, что он стакан наполовину пуст. Он бы сказал, стакан наполовину полон. Да, то есть, был таким пророк. И здесь, то есть, всегда и везде нужно находить вот эти точки, чтобы мы в семье были похожими на пророка саллям. Да, что он, когда заходит домой, он улыбается, здоровается. Заходя домой, берем ли мы сунну этого пророка саллям? Заходим ли мы домой и здоровимся? Или ассаляму алейкум, да, вот я вернулся, как улыбаемся, или радостные ли мы? Или так заходим. Там, опять раскидали, опять что-то здесь нассорили. Что ты за детьми не смотришь? Смотри, они опять свою обувь куда-то выкинули. Каким? Так разве делал пророк? Нет. Он, улыбаясь, радуясь, возвращался домой. То есть, и мы должны быть подобными и брать эти примеры от нашего любимого пророка. Да, Рахмат Хазрат. Ну, наверное, такой в теме семейной жизни очень важный и очень тоже один из острых вопросов. Это многоженство самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, вот, можете ли вы сказать, рассказать нашим телезрителям, в чем была его мудрость того, что у пророка было много жен? Конечно же, мы, если посмотрим на самое начало пророчества, да, с ним была рядом выдающаяся женщина. Да? То есть, пророк женился 25 лет, и первая супруга была на 15 лет старше него. И мы вот первый случай, да, когда начало только откровения, когда пришел Джибраиль, алейхиссалям, когда он обнимает, да, мы все помним эту историю, читает, пророк говорит, я не умею читать, вот этот стресс, вот это состояние, непонятно, что происходит, и пророк возвращается домой. Возвращается домой и просит, да, за милюни, накройте меня, укройте меня. Супруга без вопросов, да, положила, укрыла, все. То есть, не та картина, как иногда бывает. У нас ты где ходил? Ты что? Что с тобой случилось? Почему так рано, поздно? Или вообще, почему вернулся или не вернулся? То она слова не сказала, укрыла его и посмотрела, когда он успокоился, то присела к нему, и он сам рассказал. Да, что говорит, я не знаю, кто пришел ко мне, или шайтан, или ангел. И смотрите, жена, супруга нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что делает? Она поднимает его, да, его я, да, вот кто он такой? Ты, говорит, не разрываешь родственные связи. Ты не обижаешь слабых, ты помогаешь нуждающимся. То есть, тем самым его духовное такое состояние. И говорит, к тебе дьявол не придет, лянатвали. К тебе наверняка пришел ангел. То есть, таким. А ты, наверное, там где-то с друзьями был. Что ты там натворил? Ты что-то выпил? Да, таких слов нету. И вот жены. Пока она была жива, то есть, она была единственной женой пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, после ее кончины, мы все помним, это год печали, да, когда умирает и дядя пророка, когда умирает его любимейшая жена. Это в книгах мы можем читать его как год печали. Да, и Таиф в это же время происходит. То после этого, конечно же, уже он берет несколько жен. И большинство из них это уже политические.
так скажем, вот, ну, в современном этапе, это уже какие-то между, так скажем, между племенами, да, чтобы было взаимоотношение, взаимосогласие, чтобы не приводило к войнам, то вот большинство уже тех, то есть не таких, а, я в нее влюбился, я там физиологически ее хочу, еще что-то, да, то есть без таких вещей, но именно вот если посмотреть по серии жизнеописания пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, то это были уже больше такие политические действия, где пророк Саллаллаху алейхи ва саллям объединял, чтобы не было войн, чтобы был мир и согласие, чтобы эти племена уже были в таком, в другом, скажем, значении, что да, у него жена из этого племени. Да, то есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не брал жен из-за некой прихоти, страсти, то есть да, это были некие общественные интересы, да, которые преследовал пророк в своих женитьбах. Ну да, конечно, это отличается от того, как ныне наша современная молодежь порой, допустим, молодой человек пришел, у него есть супруга, хазрат говорит, вот там есть вдова, я, говорит, хочу вот ее взять второй женой. Ну, зачем? Ну, помогать. Вот я хочу ей помогать, и вот я возьму, говорит, ее второй женой. Хорошо, я ему вопрос задаю, ну, чтобы понять его умысел, да, стремление, искренне, неискренне. У тебя теща есть? Есть. Будет две. У вас, я говорю, есть огород? Есть. Будет два. Вы в магазин ходите? Хожу, будете в два раза больше ходить. И через какое-то время его вижу. Говорю, как, что? Уважаемый, а зрачок, говорит, я так подумал, я, говорит, так буду помогать. Да, без каких-то таких корыстных целей. А то пророк, он был исключительно другим человеком. Мы помним в его детстве, да, когда пришли ангелы и очистили его сердце от клочка шайтана. Да, то есть у пророка не было подобных мыслей, что что-то от этого там, ему лично будет. Да, то есть у него всегда была забота об умме. Он всегда заботился о умме, да. Даже мы все помним же, когда он на горе Арафат, да, когда совершал хадж, и когда поднял руки и делал дуа. Делал дуа, и какое дуа, когда все слушали, приближившись к нему, что же просит там пророк? И все слышали, что каждая дуа начиналась или заканчивалась «Уммети, о Аллах, моей общине, о Аллах, моей общине, о Аллах, моей общине». То есть он просил за нас. И потом был подобным наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть вот он брал такую ответственность на себя, то есть беря этих жен, беря их содержание, то есть ради вот тоже своей уммы, ради ее интересов. Да, да. Да. А, Рустам Хазрат, а вот сегодня вы как человек, который плотно занимается вот семейными проблемами, к вам часто приходят люди, обращаются. Вот чего не хватает сегодня людям, какого может быть пророческого примера для того, чтобы вот гармонизировать их взаимоотношения в семьях? Мы, к сожалению, да, мы такие люди, что у нас есть и нефс, да, у нас есть эго, когда мы порой подчинены этому эго. И эго берет власть над нами, и мы всегда, вот, допустим, даже когда берем сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда берем какие-либо его изречения, то мы можем с вами видеть, что мужчины берут только все касательно мужчин, что жена должна, жена должна, жена должна. Жены что делают? Они берут только свои. Муж должен, муж должен, муж должен. И вот эта симметрия, она пропадает. То есть вот, вот эта гармония, она пропадает. И поэтому здесь мы должны читать книжки не только, что говорит пророк женщинам, да, или что там говорит пророк мужчинам, а читать все в объеме и это все применять себе. То есть, не, вот как я и говорил, что пророк сам штопал, было пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сам готовил, было пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сам убирался. Да, то есть это не говорится, что всегда он сам это делал, и жены ничего ему не помогали и не делали. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям всегда соблюдал вот эту золотую середину. Или один из тех случаев, когда пришли трое. Да, и один говорит, я буду всегда поститься. И другой говорит, я никогда не женюсь. Да, то есть мы помним это изречение. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? Я, говорит, и пощусь. Я и женат, да, то есть я, он, то есть и постился, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и женился, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть поэтому здесь нельзя вот эту палку перегибать. Любая медаль, она двусторонняя, да, то есть обе стороны. И поэтому здесь вот нужно все-таки и мужчинам, и женщинам расширить свой кругозор, и не только эгоистически брать те качества, которые пророк, допустим, говорил о мужчине, но и брать, что же он говорил о женщине, как лелеять, любить, заботиться, остальное. Потому что ярые примеры иногда, вот, я был свидетелем, когда никах,
И девушка, которая выпускница мадресе, ну, еще даже не выпускница, училась мадресе, будущий муж тоже ученик мадресе. И вот она, почитав книжек, да, так понаслушавшись, говорит, махар 5 килограмм золота. Вот это да. Студент, да, вот сидит студент, и у него просят 5 килограмм золота. Ну, что парень заплакал и ушел, ну, грубо говоря. Он же понимает, что он даже, может, в течение жизни-то он не сможет столько отдать. Да, вот бывают такие случаи. Поэтому здесь, чтобы не перегибалось. И потом вот я наблюдал историю этой девушки. Что же, она закончила, долго-долго не смогла выйти. И потом вышла замуж. Да? И Аллах Таала послал им испытание больного ребенка. То есть множество подобных примеров, когда нельзя перегибать. Нужно ценить. Да? Вот возвращаясь к махару, когда у нас, допустим, совет ученых, совет Казаев советует брать большой махар, да, просить, чтобы девушки просили большой махар. У меня вот дочь растет, и сыновья растут. Я вроде бы говорю, просите большой махар, но тут же понимаю, что у меня сыновья, что им надо будет помочь этот махар дать. Вот здесь, конечно, такая дилемма, когда мы должны вот равномерно, каким был пророк, таким быть. Потому что он ко всем относился одинаково. И всех он любил. И любого, даже врага, он встречал с улыбкой. Откровенно, чистосердечно, да, там, современными языками, там, за спиной что-то о нем не говорил или спину ему в нож не вставлял. Пророк Саслям откровенно, чистосердечно проповедовал ислам. Да. Хадрат, вот вы затронули такую тему, что каждый должен знать не только свои права, но и обязанности, да, и читать из сиры, из сунны пророка то, что касается не только его жены, но и там себя. То же самое в отношении супруги. И здесь такой часто возникает вопрос о том, об обязанностях жены. То есть сегодня многие женщины могут сказать, что на самом деле там уборка по дому, готовка, то есть не является какой-то предписанный шариатом обязанностью жены, и она может этого и не делать. То есть, вот какой здесь, Хадрат, вы вот даете ответ, если к вам обращаетесь с таким? Сейчас как бы я не ответил, да, на этот вопрос. Меня или побьет или мужчина, или женщина. Да, ты. Был подобный пример. Пришла семейная пара, тоже на грани развода, привел муж, жену, еще детей нету, молодые, активные ребята. И вот этот молодой парень, чтобы жена сильно к нему не приставала, да, там, чтобы чем-то была занята, открыл ей маленький бизнес. Если я правильно помню, фотосалон, что-то такое. Эта девушка оказалась настолько такая активная, что она развила свой бизнес так, что стала зарабатывать больше, чем он. И сейчас он ее приводит же за руку. Говорит, Хазрат, вот скажи ей, что она обязана сидеть дома, чтобы она закрыла бизнес, все. Ну, то есть, она стала зарабатывать больше, чем он, хотя он раньше начал и просто ей вот открыл такой маленький бизнес. И вот здесь, конечно же, да, мы прекрасно видим изречение пророка Саслям, когда пророк говорит, что любая женщина, в принципе, может не готовить, может не убирать, что муж, значит, должен там, да, нанять какую-то домохозяйку, которая все это будет делать. Все это делает. Но у нас есть пословица, да, такая наша народная, что протягивайте ноги по одеялке. Да, вот одеялка, она может быть короче, и наши ноги выйдут, и мы ночью замерзнем. Поэтому здесь вот милым дамам хочется сказать, конечно же, у пророка, я бы не сказал, что у него было множество домработниц. Да, я вот пример, да, он сам заштопывал свой костюм, да, чапан. То есть, поэтому это не есть правило, все, ты мне должен нанять, я вот буду сидеть, ходить в салоны красоты, где будут, вот я буду сидеть такая. Ну, пожалуйста, вы можете сказать, но вы должны понимать, у супруга насколько бюджет. То есть, он в состоянии или... То есть, вот эти деньги, которые он выделял вам на салон красоты, значит, он вынужден будет эти деньги взять и выделить домработнице, домхозяйке, которые там повару или уборщице или еще кому-то. И поэтому и пророк, пример, то есть, не у него не у каждой жены и не всегда он мог это позволить. То есть, он часто делал это сам, но в большинстве своем жены и готовили, и убирали, и все делали. Поэтому это есть сунна пророка, сунна его жен, чтобы наши милые дамы действительно были хранительницами очага. Чтобы она полностью вот в доме за мир, согласие, чистоту, порядок – это ее ответственность. А муж – это добытчик.
Да, к сожалению, мы сейчас видим, порой вот как на этом примере, картину, когда меняется. Когда муж становится хранителем очага, а жена становится добытчицей. Потом возникают проблемы. Да, вот он привел же ее за руку и разводись. Ой, не разводись, а бросай, пусть бросит свой бизнес и сидит дома. Вот такая прилежная, все. Здесь поэтому, вот, когда меняется полярность, возникают проблемы. Вот поэтому мужчина – это его функционал. Добытчик заботится, ухаживает, иногда уберется, потом целый год об этом рассказывает. Я тоже до сих пор рассказываю, что я пеленки стирал. Ну, это, наверное, раза два было, да, вот за все четверых детей. Да, я тоже рассказываю, что я иногда кушать готовлю. Ну, это, наверное, там в полгода раз, возможно, да, бывает. То есть, то же самое было у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому здесь не нужно иногда вот перегибать вот эту палку, и вот ты мне обязан. Ну, как, если вот Аллах Таля ему вот предписал, сколько риска, то есть, если он отдаст часть риска другому человеку, значит, у него на ваше что-то не хватит. Поэтому с мудростью, милые женщины, конечно, с мудростью смотрите и помогайте. И будьте, как у нас у татарского народа говорят, что жена – это шея. Будьте мудрой шеей, которая будет держать голову, чтобы голова гордо вела корабль семьи вперед. Вперед. Но ни в коем разе не будьте той шеей, которая его все время об стену там бьет и бьет и бьет. У него голова так заболит, что голова может от шеи оторваться. Это не надо делать. Да, Рахмат Хадрат. Вот вы интересный пример привели, когда супруга начинает зарабатывать больше мужа, и это вызывает такое недовольство с его стороны. А вообще, насколько в шариате допустима ситуация, когда жена зарабатывает больше, чем мужа, там содержит, возможно, в большей степени семью? То есть, вот шариат допускает такое? Конечно, шариат, альхамдулилля, мы видим даже на примере нашего любимого пророка, первая супруга, Хадиша, радиаллаху анха, она, ну, современным языком бизнес-вумен, да, она, грубо говоря, обладатель, там, собственник большого, там, сейчас как торгового центра, так скажем, да, то есть бизнес-вумен, которая хорошо зарабатывает на тот момент времени и помогает, конечно же, пророку Аслям. Не только материально, она больше, пророк никогда же не говорил про материальные ценности, да, он всегда говорил, насколько она его духовно всегда поддерживала и помогала. Жена может, но здесь есть та ошибка, когда шайтан ля-натла алей заходит между и начинает, и жена начинает этим гордиться, то есть проявлять высокомерие, я больше зарабатываю, чем ты, и начинает хвастаться, да, там, или как-то всячески это продемонстрировать, и тем самым, конечно, задевает мужское самолюбие. Хадиша, ради Аллаха, она же никогда, вот, если мы посмотрим всю историю, сколько пророк саллям с ней прожил, хоть она и зарабатывала больше, возможно, даже и содержала семью, но никогда таких вещей не было, чтобы она говорила, да я кормлю, да я зарабатываю, да я еще что-то. Такого никогда не было. Наоборот, альхамдулилля, Аллах субхана ва тааля всегда помогал. Или те случаи, да, мы все прекрасно понимаем, что пророк саллям, как пишут в книгах, никогда досыта, да, не наедался, так скажем, и там про белый хлеб. Да, порой в изар он засовывал камень, да, настолько вот, чтобы живот придавить, желудок. То есть, это все, это жизнь пророка саллям. Или когда пожертвовали курбан, да, мясо барашка, и он, одну из жен сказал, чтобы она раздала все. Да, и когда пришел домой, а что-то осталось? Она говорит, да, вот осталась ножка, ляжка, горе, говорит, тебе, говорит, у нас остался целый баран в виде награды от Аллаха, кроме вот этой ляжки. Да, то есть, пророк саллям, он был таким, который всегда отдавал. Или первые времена, мы все помним, когда курайшиты, да, мушрики пришли, говорят, если ты хочешь денег, мы тебя засыпем деньгами. Да? Если ты хочешь власти, мы дадим власть. Да? Если ты хочешь степени, мы дадим тебе степень. Да, пророк саллям сразу сказал, даже если вот вы все это дадите, мне это ничего не надо. Да, мне достаточно, чтобы вы сказали «Ля иляха илляллах», что нет иного божества, кроме Аллаха субхану ва тааля. То есть, об этом говорил пророк. И вся его жизнь, и поэтому Аллах субхану ва тааля, наверное, избрал его действительно самым лучшим из людей. Это любимейший пророк. И, альхамдулилля, это милость для миров. И наш любимейший пророк, которому мы стараемся следовать, который для нас величайший учитель, величайший пример. Там современными словами кумир, как бы мы его ни называли, это пророк. И пусть хотя бы чуть-чуть мы будем стараться быть похожим на него. Да, иншаллах.
Вот сейчас вы затронули такую действительно очень важную тему, значит, такого финансового благополучия. И в этой связи хочется вас спросить о равноправии супругов в плане финансов перед тем, как они вступают в брак. То есть насколько это важно и можно ли допустить, то есть может ли быть счастлива семья, если есть такое неравноправие? То есть, например, там бедная девушка или бедный парень женился, наоборот, там, на богатой или то есть на девушке, которая гораздо больше превышает его возможности, да, по доходам, по содержанию. То есть вот насколько счастье в такой семье возможно, как вы считаете? Конечно, мы знаем, что у никаха есть определенные адебы. Да, и вот это социальное равенство, материальное равенство, оно, наверное, одно из первых должно быть, на которое мы, как родители, должны обращать внимание, когда выбираем там, супруга для нашей дочери или подбираем невесту для нашего сына, чтобы действительно социальный уровень примерно был одинаков. Потому что если вдруг девушка росла в богатейшей семье, когда у нее там были, так скажем, те, которые за ней ухаживали, прибирались, убирались, то парень должен понимать, что он должен постараться создать ей подобные условия. И когда она придет, и его мама скажет: давай, готовь кушать, а она не знает, как плита включается, это могут начаться проблемы. Да, или там, как чистить картошку, еще что-то. Ну, мы знаем, сейчас современные дети, многие думают, что картошка растет в Пятерочке, да, там, или в других каких-либо магазинах. Поэтому это неудивительно. Вот социальное равенство, оно необходимо. Поэтому вот через вас хочется сказать молодым людям, которые выбирают все-таки, чтобы они смотрели социальное равенство. Да. Очень на одном из никахов, уже после никаха проходит время, и приглашают на именно речение ребенку. И там бабушка встала и в слезах. Прям рахметлярно, да, говорит слова благодарности. За что? Говорит: хазрат, вот помните, когда, говорит, мы, там у нас собеседование было перед никахом, вы сказали шуткой, что можете даже справку спросить о здоровье. И у меня, говорит, тогда тук в голове мысль появилась. А у нас же, говорит, у нашего сына, внука, есть болезнь, несовместимость крови. Да, я, говорит, аж задумалась, я аж, говорит, у меня аж мурашки пошли. Как это? А вдруг вот с этой девушкой сейчас несовместимость? И мы, говорит, стесняясь, боясь, попросили, говорит, все-таки вот эту справку, и оказалось, совместимость есть. То есть могло быть, что не будет детей. И все, да, то есть вот физически так, то есть Аллах Таля создал так по медицине, что вот такие могут быть причины. И Аллах Ашикар, и говорит, вот, вот теперь мы уже правнуку, да, даем имя. То есть даже вот такие вещи нужно все-таки обращать внимание, не стесняться. Порой же, когда вот парень, девушка, все, мы влюбились. Пророк Саласлям же трезво смотрел на эту ситуацию. И вот мы должны трезво, да, доверять своим родителям, чтобы наши родители смотрели трезво на эту ситуацию. Допустим, тот же самый никах родителей нашего пророка Саласлям. Это же родители, да, благословляют этот никах, и из него рождается пророк Саласлям. Да, рождается пророк. Поэтому, чтобы наши дети, наши внуки, наши правнуки были тоже в счастливых, благополучных семьях. И действительно, вот это социальное, материальное, там, по здоровью, еще что-то. Все равенство должно быть. Или тот случай, когда мы говорим, выбирая себе половинку, смотрите род, да, то есть древо. Ну, сейчас в современных условиях мегаполиса это, конечно, проблематично. А кто там бабушка, прабабушка, прадедушка, кто? А вот пророк Саслям, он же знал и свое шаджара, да, свое семейное древо, да, и знал жен своих семейных древа. То есть, он знал, из какого рода. Да, то есть, тогда очень строго было. Это сейчас мы там, вот я Хайрулин, пол Казани Хайрулинах. Это же не значит, что мы все родственники. Да? Раньше это было более строго. И сейчас, то есть, чтобы тоже смотрели вот этот род. А с какого рода мы берем девушку? Или с какого рода этот парень? Кто были предки? Почему? Потому что бывают случаи, да, вот одна девушка, русская мусульманка, да, приняла ислам, все в платочке, намаз читает, дети, куча детей. И в один прекрасный момент муж начинает ее бить. Вот, тоже намаз читающий, все, вот проявляет вот такую физическую жестокость. И когда начали разбирать, оказалось, отец тоже такой был.
Да, вот семья потом распалась, там все это. Отец такой был, дед такой был. То есть вот в роду бывают вот эти проявления, которые мы должны знать. И поэтому вот пророк, салям, да, все-таки для нас является примером и, наверное, сунной, чтобы мы смотрели. Ну, хотя возвращение пророк, салям, что говорит? Да, мы смотрим на богатство, мы смотрим на род, мы смотрим на другие вещи, но самое лучшее смотреть на богобоязненность. Да, богатая, из какого бы она золотого рода, какой бы принцессой она ни была, нужно смотреть на богобоязненность. Да, Рахмат Хат, вот вы как раз только что напомнили хадис пророка, когда он говорит, что выбирая жену, смотрите на богобоязненность в первую очередь. И сегодня вот как раз в контексте вот этого равенства там, социального, хочется задать вопрос относительно религиозного равенства, то есть совпадения. Ну, как раз вот недавно была такая дискуссия очень обширная по поводу допустимости заключения браков с представителями иных конфессий, мусульманами. То есть вот ваша позиция, все-таки мы живем в Казани, в Татарстане, здесь это явление очень распространено. Вот как вы думаете, где здесь найти такую некую гармонию, чтобы дети там не потеряли так сказать, знания, да, о своем роде, о своей религии, нации? То есть допускаете ли вы такие смешанные браки, то есть религиозные, и если да, то на каких условиях? Даже давайте мы сперва межрелигиозные браки уберем в сторону. Mm-hmm. Да, хотя на примере пророка мы можем это видеть. Мы давайте вот, чисто сугубо исламские, да? Но межнациональные. Порой мы, к сожалению, от нашей молодежи можем слышать, что когда говорят, в исламе нет национальности. Ну как же, мы откроем Коран, где Аллах Тааля прямым текстом говорит, я вас создал, да, там, разными кабиля, да, то есть разными, с разными национальностями, языками, племенами. То есть создал. Нас создал, допустим, Аллах Тааля татарином, да, вот меня. Там кого-то русским, кого-то французом, кого-то англичанином. То есть, это создал Аллах. Аллах. И любая национальность – это действительно большой культурный слой. Да, не только религиозный. Там же еще национальные качества, другие вещи. Допустим, если посмотреть, я не знаю, кого, Дунган, да, вот, там, который разговаривает на китайском, но мусульмане. Да, мусульмане. Я не говорю про уйгур, они более к туркам ближе. То есть, и как? То есть, у них своя культура. Вот мы когда учились, у нас было несколько человек, и когда вечерами мы что-то готовили кушать, чтобы приступить кушать, они настолько любили перец, что вот эти макароны, которые мы приготовили, они все красные. И мы не могли это есть. Они за обе щеки это уплетали. То есть, даже в еде культура другая. В других вещах. Поэтому здесь вот в межкультуре мы должны понимать, что вот эти два молодых человека, когда делают никах, то на их примере соединяются две огромные культуры, которые могут переболоть вот эту молодежь. Да? Одна мама будет говорить, надо готовить бишбармак, другая мама будет говорить, надо что-то другое. И возникает даже вот чисто на кухне. Чисто на кухне. Поэтому здесь нужно осторожно задуматься. Но есть еще другая, к сожалению, большая сторона. Вот буквально на днях мне отправили дореволюционную бумагу, указ муфтия, да, того времени, решение о чем, допустим, вот, наши братья со Средней Азии, да, у которых там есть семья, они приезжают сюда на заработки, они создают здесь семью, проходит год-два, они уезжают, и эта девушка остается здесь. С детьми, с непонятно чем, и ни развода, и ни талака, и ничего. То здесь, вот, конечно же, в этом решении, что было там поставлено условие имамам, что имамы, если вот такие межнациональные браки, то у него прям бумагу берете. Если вдруг он пропадает, то это равно развод. Талак, да, такая бумага о талаке. Чтобы она, если в бытности он пропадет, что она все равно могла выйти замуж за другого. Поэтому а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он никогда не кидал жен. Никогда не бросал ее с детьми. Или там не выгонял из дома. Да, не бил. Другие вещи. Поэтому здесь, изучая пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мы должны действительно... Да, у него было несколько семей, несколько жен. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всегда говорил, что оно должно быть одинаково. Да, гадальна. То есть, одинаково мы должны их смотреть.
Да, то есть хазрат действительно важна, важно очень обдуманно подходить, да, со всех сторон, поразмышлять действительно, как вы и сказали. А, Рустам Хазрат, время нашей встречи, к сожалению, подходит к концу. Ну и в окончании хочется, конечно, от вас услышать какое-то вот короткое поздравление нашим зрителям по случаю Мавлида Наби. У нас буквально в эфире осталась там минутка, вот поэтому уделим ее вашим поздравлениям. Пусть будет благословение этот день, да, потому что это величайший день. В этот день родился наш любимейший пророк, да, милость для миров. И он не просто так пришел в этот мир, он пришел для нас примером. Так давайте мы будем следовать его сунне, мы будем брать его пример и воплощать его в жизнь не просто на языке. Да, это порой сложно. Да, порой мы едем на дороге, кого-то подрезали. Но потом возьми, извинись. Да, там аварийку включи, извинись. То есть жизнь наша должна быть такой, какой была у пророка. Так пусть этот праздник будет для нас поводом, чтобы остановиться, подумать, перезагрузиться где-то и выполнять все, как выполнял пророк, и на весах смотреть. А что бы сделал в этом случае наш любимейший пророк? Маулид Мубарак Булсан, да благословит Аллах Таля всех, наш телеканал, и пусть действительно много-много людей всегда смотрят ваш телеканал. Да, рахмат, большое спасибо, Хазрат. Дорогие телезрители, наша беседа с Рустам Хазратом подошла к концу. Благодарим его от лица каждого из вас за такую проникновенную беседу. Надеемся, что многие из вас получили огромное количество пользы от нашего разговора с Хазратом. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух.